Так, смотрим тонировочку. В общем, видите здесь? Вот. С толщиной 2 пальца. Это либо грязь въелась, либо просто проезжала из-за того, что солнце съело. Я знаю, как с этим бороться. Это нужно просто губкой все почистить, и все будет, как и прежде, классно. Что я и сделаю. Но я блогер, и мне интересно провести тест вот таких вот шторчик. Вообще, как минимум, ну как они подойдут сюда. Потому что цена соблазнительная. Я понимаю, интересно, очень интересно. Но, по крайней мере, трокот залетает классно. А кобра? Кобра так не залетит. Но цена залетает. Так, магниты здесь спрятаны. Вот они внутри. А, плюс то, что не будут царапать рамку. Минус то, что хреново магнитят. В любом случае, будут плохо магнитить. Это левые. Кстати, магниты здесь ходят. Они не приклеены. Они и на эту сторону, и на ту сторону. И плюс они двигаются влево-вправо. Это плохо. Не зафиксированы. Просто вшиты. Не, ну прикольно. Ну трогать лучше. Блин, кстати, магнитит нормально. Блин, после премиум так как-то что-то не так. Но как первые шторки, просто бомбезно. Как первые, я прям от них бы кайфанул. Так, сейчас я их изгибаю. Ну, кто не в теме, вдруг. В общем, нашел я сейчас косяки. Ну и плюсы. Блин, плюс тут один. Это цена. Она очень соблазнительная. Так, все. Смотрите. В принципе, по качеству также все. Светопропускаемость. Ну такая же. Один в один. Один в один. Только вот эти моменты вас будут преследовать всегда. Ну то, что не стыковка. Не так идеально, как должно быть. Что по контуру, смотрите, не так сидит. Должно, по идее, чуть ниже подсесть. Но в принципе норм. Норм брать можно. За эту цену можно. И давайте бегло просто проверим еще раз. Кстати, магниты нормально. Магниты здесь хорошие. Я думал, плохие. Так, мои эти вот. Премиум. Но здесь сразу видно то, что форма, все дела. Опа. Опа, смотрите. И все, и дома. Не, ну есть, конечно, такие маленькие-маленькие такие щели, но в любом случае покачественней. Все. Базара нет. Неплохие. В общем, для начинающих берите только такие. Если вы хотите попробовать, что такое шторки, 1300-1400, для вас это супер. Для тех, кто на таких уже поездил, берите все-таки трокот. Да, пусть они и выгорают так же, как и эти, но мне кажется, так же. Но губкой потереть, и все нормально будет. Да. Ну и так, смотрите, натер я для обуви губкой. И все нормально, черненькие стали. Опять как новые. И так сделал сразу год. Кстати, не показал еще такие вот саморезики, которые прикрываются. Ну вот, будет вот так. И вот такой цоколь. Кому интересно, тоже оригинал. Вроде французский. Тоже взял. Так, и для сравнения. Сейчас у нас тут где-то были... А, они здесь, брызговики. Так, вот они. Махонькие. Небольшие. Смотрите, какие здоровые здесь брызговики. Да, классные. Да, они все ловят. Базара нет. Да, в принципе, нравится. Но меня с ними лошадка.
В общем, надо сделать вот так, и все будет красиво. И заходить они сюда далеко не будут. Хотя эти покачественней, причем такие дорогие, классные. Это тоже вроде даже мавиковские. Но ставить будем вот такие, аккуратненькие. Посмотрим, как они себя покажут. Но с ними будет красивее, реально, да. А это как у газели. Ну что, в принципе, на этом все. Рамки, брызговики поставлю потом с вами. Самое основное я вам поставил по кайфу. Тонировочку я, блин, уже все снял. Посмотрел. Вердикт я свой сказал. Так. Ну и в принципе все. Ковры, вот они ковры. Это тоже будет потом видос. Ну мы все объединим, всю эту резинотехнику. И все вместе я вам покажу, как и ковры. Рамочка. Что с этой рамочкой случилось? Но она стала мне дребезжать. Вот этот силикон стал дребезжать. Он уже и не силикон. Может, я даже и не силикон покупал. Может, это резина. Наверное, это все-таки резина. А это вот силикон. Мягенькая, но очень мягенькая. Так, здесь РУС написано. Тоже РУС написано. Ну что, все ссылочки будут, ребята, в описании. Промокод Ник 86. Всем удачи и пока.